Так, смотри. Тут есть вот такие царапинки, мятинки. Это то, что он говорил. Тут есть. Здесь, тут, тут. Выкатывается, в принципе, криминала такого ничего нет. Покрышки багажника. Тут все нормально. Саморезы какие-то были. Так, коррозии нигде нету. Тут вот есть такое, как будто бы с кисточки подкрасили. Может, коррозия где-то начиналась. С двух сторон. По багажничку шумочка. Обклеили, не знаю. Так по кузову все целое, без подкрасок. Тут какой-то молдинг должен быть или что-то это. Резиночка осталась. Салончик. Все целое. Потолок целый. Тут под крышкой тоже целое все. Такого по кузову, в принципе, ничего страшного нету. Все, можно подкатать, подтычковать. Салончику химчистку куда бы не помешало сделать. Так, все не крутилось. Это стандартная тема. Ниже дверей все четко. Так, вот такой молдинг. Олик. Это высечка. Торпеде все, в принципе, нормально. Тут есть вот такое, что чуть потарчивает эти. А есть что-то тут маленькие какие-то царапинки. Тут все целое. Здесь небольшие царапинки такие. Это можно аккуратненько подкатать. Резина новая. Диски тормозные. Без выработки. Колодки новые. Сзади тоже, в принципе,
Есть чуть коррозии на дисках, но так все нормально. Резина новая. Защита только бампера. В принципе, все сухенько.